я старший менеджер компании Accenture. По всему миру мы оказываем услуги ведущим компаниям и корпорациям в области бизнес-управленческого консультирования, технологического консалтинга, системной интеграции и других областях. Особое внимание мы уделяем практике менеджмент-консалтинг, в которой наши люди занимаются такими интересными вещами, как разработка стратегий, управление взаимоотношениями с клиентами, управление поставками, управление организационным развитием и персоналом. В частности, в России мы наблюдаем очень серьезный и растущий спрос на грамотных профессионалов в этих областях. Поэтому наша практика очень интенсивно развивается. В том числе, надеюсь, и за счет тех, кто сейчас меня слушает. Поэтому мы подумали и решили предложить вам кейс по развитию практики менеджмент-консалтинг в России. Очень надеюсь, что вы не только предложите интересные решения, но и обнаружите для себя что-то новое и познавательное. Желаю вам успеха. Буквально через одну минуту я зайду вот в эту дверь, где я буду встречаться с бордом директоров компании Accenture. Я и моя команда, мы провели 3 месяца инкогнито в России и изучали возможность выхода компании Accenture на рынок управленческого консалтинга в России. Мы разработали стратегический план на 10 лет, который позволит компании Accenture занять лидирующие позиции, войти в тройку лидеров на этом рынке. Почти все международные игроки и топовые компании уже присутствуют на этом рынке. Они очень успешны и обслуживают большинство ключевых клиентов. Но мне кажется, что нам удалось разработать очень интересное решение, которое позволит осуществить наши стратегические задачи. Пожелайте мне удачи. Hello. Hi. How are you doing?